Друзья, я вас приветствую в Лионе. Сегодня съедобный бизнес будет инспектировать лучшие заведения этого города и сделать вам небольшую экскурсию по этому знаменитому французскому городу. И начинаем мы с Трабули. Это проходы, которые есть по всему городу, были построены они в 16 веке для того, чтобы там могли прятаться партизаны и могли провозить люди контрабанды свою. Так вот, эти проходы соединяют разные улицы этого города. И сейчас мы вам покажем один из них. Так что не переключайтесь, мы начинаем наш новый выпуск. Изнутри Трабули представляют собой коридор, в котором есть вход с разных сторон. Иногда это просто проход между зданиями, но иногда это сложное архитектурное сооружение с лестницами и крытыми галереями. В таких дворах можно увидеть даже колодцы, которые в свое время были источниками питьевой воды в городе, а Трабули служили доступом к ним для жителей соседних домов. Будучи в старом городе, мы не могли не зайти в главный собор Лиона, который, кстати, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Эх, Лион, ну как же ты красив! Друзья, привет! Ну что, я нашел для вас очень крутой ресторан в Лионе. И это первый ресторан, в которой стоит живая очередь. Да, во Франции тоже есть очереди в ресторане. И это Big Mama Group, ресторан Big Mama Lyon. Надеюсь, мы достоим эту очередь. Они работают всего лишь до 10 часов и уже 7. Пишите ваши комментарии, попадем ли мы за 3 часа в ресторан с такой вот очередью. J'entends des chansons, bras dessus. Bon.
Paris, n'importe où. Bras, bras sur, en chantant des chansons. Bras, bras sur, de Paris, n'importe où. Bras, bras sur, en chantant des chansons. Bras, bras sur. La mer. La mer. La mer. On va danser le long des golfes. On va danser le long. Друзья, поздравьте нас. Спустя 2 часа мы наконец-то попали в ресторан. Смотрите, на часах 9 вечера. Я, честно говоря, думал, что ресторан небольшой, и поэтому его так легко засадить и сделать очередь. Но я ошибался, тут реально 3 зала, больше, чем 250 посадочных мест. И нас ограничили в том, чтобы мы поели за час. Они работают в 2 подхода, на обед и на ужин. На ужин открывается в 6.45 и закрывается в 10.45. Вот. И вот у нас, как говорится, нам повезло, и нас посадили чуть раньше. Вообще у нас был waiting list на 9.45. Вот так вот, мы очень лаки. Я понял, в чем фишка. Реально цены тут ниже, чем в других французских ресторанах. Но история в том, что это итальянский ресторан, который открыли его французы. Я впервые в жизни вижу, чтобы французы, которые обожают свою французскую кухню, стояли в очереди по 2 часа на улице зимой в итальянский ресторан. Фаундерам Big Mama Group огромный респект. И, кстати, да, открыли первый итальянский ресторан Big Mama, ребята, 2 француза, в 2013 году. Сегодня они уже есть в Лондоне, в Лиле, в Лионе и в Париже. В Лионе, кстати, открылся последний, поэтому, вот, как говорится, мы на свежее приехали. Ребят набирают огромный успех, набирают обороты. Я думаю, что будут расширяться дальше и дальше. Ресторан очень крутой, и сейчас будем пробовать. Обязательно попробуем пиццу с трюфелями, известную буррату, что-нибудь еще. Оставайтесь с нами, съедобный бит. Друзья, подытожив этот вечер, хочу сказать, что это был невероятный экспириенс в Big Mama. Я сам фолловлю этих ребят уже, наверное, год. Я услышал про этот бренд, когда интересовался пиццей. Да, я начал искать и ресерчить лучшие пиццерии в Европе и вообще в мире. И Big Mama Group по многим ревью, ну, как бы, привела меня к тому, что это один из топов. Вот, и когда мы гуляли 2 дня назад по Лиону, мы увидели большую очередь, и тут нет вывески, ребят, нет вывески, мы просто проходили мимо, я говорю, стоп, тут очередь. А куда вы стоите? Мы стоим в этот ресторан, я говорю, а как он называется? Это Big Mama. Я такой, так, что-то знакомое. Потом я начал серчить, и да, это Big Mama Group, ребята, которые, я уже говорил, французы открыли итальянские рестораны, и у них только все рестораны итальянские. Это нонсенс. И этому ресторану всего лишь 10 дней. Нам повезло побывать первыми здесь. И это крутой экспириенс. Кухня простая, но очень вкусная. Всем советую. Мы попробовали буррату, пиццу с трюфелями, тирамису, лимончелло, конечно же. И это было невероятно. Всем советую. Ставьте лайк.
и до завтра. Весь следующий день мы решили просто гулять пешком по улицам Лиона. А на ужин выбрали ресторан с традиционной французской кухней. Друзья, мы приехали на ужин в бистро де Лион. Это лионский бушон. Бушоны – это традиционные лионские рестораны, которые готовят понятную домашнюю французскую кухню. И сегодня мы идем ужинать именно сюда. Оставайтесь с нами. В общем, друзья, что хочу сказать, ресторан очень зачетный, я всем советую посетить бистро де Лион в городе Лионе. Единственный момент, мне за столом очень неудобно снимать, потому что во Франции не привыкли там выставлять фоточки в Instagram, Stories и так далее, поэтому мне пришлось убежать на второй этаж, где нет людей сейчас, и я для вас кусочек видео. Вся еда нереально вкусная, цены очень адекватные. Есть два типа меню. Есть меню классического бистро, это больше парижская тема. И есть лионского бушона, это более такая домашняя, классическая. Мы взяли что-то с одной стороны, что-то с другой. И я вам скажу, все было очень вкусно. Лион – это просто мекка для гурманов. Всем советую.